В начале 20 века эти боевые средства считались настоящим чудо-оружием. Они прошли через две мировые войны, множество локальных конфликтов почти исчезли и вновь возродились из пепла в ядерную эпоху. Бронированные подвижные железнодорожные составы, бронепоезда в фильме «Оружие». Любая техническая новинка оценивается в первую очередь с точки зрения ее боевых возможностей. Не стал исключением и паровоз. Правда, в грозную боевую машину он превратился не сразу. Обшить паровоз броней и поставить на него мощные пушки предлагали многие изобретатели. Но ездить на таком локомотиве было некуда. Поначалу железных дорог почти не существовало. Лишь строительство протяженных стальных магистралей позволило применить идеи конструкторов на практике. В середине 19-го столетия, во время гражданской войны в США, армия северян стала широко применять железнодорожные составы с вооружением. Идея поставить артиллерийские орудия на закрытые броней платформы принадлежала командиру 19-го Иллинойского волонтерского полка Джону Турчину. Турчин Джон Бейл. Турчининов Иван Васильевич. Участник гражданской войны между Севером и Югом. Бригадный генерал федеральных войск. Годы жизни 1822-1901. Родом из донских казаков. В 1852 году закончил Академию Генерального штаба. Принимал участие в Крымской войне. В 1856 году из-за несогласия с политикой царского правительства эмигрировал в США. Поселился в Чикаго. Работал инженером на железной дороге. После начала гражданской войны вступил в федеральную армию в звании полковника. Отличился во многих сражениях. Командовал полком, бригадой, дивизией. В полном смысле слова, американские железнодорожные составы с артиллерией еще не были бронепоездами. Им не хватало серьезной броневой защиты. Однако идеи Турчина заметили и оценили в Европе. По рельсам Германии, Франции, Австро-Венгрии загрохотали железные крепости. Впервые их стали широко использовать в Англо-Бурской войне 1899-1902 годов. Буры применяли партизанскую тактику, нарушая снабжение английской армии. Для защиты коммуникаций британцы использовали вооруженные и защищенные гарнизоны на колесах. Такие составы назывались блиндированными поездами. Термин «бронепоезд» появился позднее. Кроме артиллерийских орудий, железнодорожные платформы оснащались своеобразной броней. В ход шло все – шпалы, доски, мешки с песком. Вагоны для личного состава укреплялись листовым железом или рельсами. Бронировались и паровозы. Первоначально применялись канаты, которые навешивались в несколько рядов. Позже стали использовать стальные листы. В ходе Англо-Бурской войны бронепоезд доказал свою боевую эффективность и с этой поры начал победное шествие по планете. Бронепоезда строились во Франции и Финляндии, в Японии и Австро-Венгрии, в России и даже в маленькой Литве. К началу Первой мировой войны армии европейских государств имели на вооружении несколько десятков бронепоездов. Все страны-участницы войны по своим стратегическим планам предполагали только наступательные действия. Поэтому бронепоездам отводилась особая роль. Поддержка пехоты в атаке, огневые налеты на тылы противника, срыв материально-технического снабжения, захват железнодорожных мостов. Но реальность оказалась совершенно другой. На Западном фронте война быстро приняла позиционный характер. Противоборствующие стороны глубоко закопались в землю. А железнодорожное полотно при фронтовой полосе было повреждено или уничтожено. Поэтому бронепоезда оказались невостребованными и применялись только эпизодически на отдельных участках фронта. Там, где сплошной линии обороны не было, бронепоезда могли проявить свои лучшие качества – маневренность, мощь огня и хорошую защищенность. Относительную подвижность в первые военные годы сохранил Восточный фронт. Здесь условия для боевой деятельности бронепоездов оказались более благоприятными. Самое широкое применение бронепоезда получили в годы гражданской войны в России.
В это время боевые действия имели маневренный характер и в основном происходили вдоль главных коммуникаций – железнодорожных магистралей. На станциях и в городах, расположенных рядом с железными дорогами, размещались склады с оружием, боеприпасами, продовольствием. Поэтому самые ожесточенные бои шли за железнодорожные узлы и магистрали. И здесь бронепоезда играли решающую роль. Связано это было в первую очередь с тем, что другие средства подвижности вооружения практически отсутствовали. А бронепоезда производились серийно на заводах промышленности России, но также на местной промышленной базе с использованием, так сказать, подручных материалов. Широкое применение бронепоездов также было обусловлено тем, что линии фронта, как таковые, отсутствовали. И эти боевые средства могли передвигаться по развитой сети железных дорог. И использовались они, в первую очередь, как раз для охраны крупных железнодорожных коммуникаций, мостов, железнодорожных узлов, также для охраны стратегических и оперативных запасов армии. Стальные крепости сочетали в себе такие важнейшие боевые качества, как быстрота передвижения, маневренность, сила огня, мощная броневая защита. Типовые бронепоезда Красной Армии строили в соответствии с приказом Реввоенсовета Республики от 18 декабря 1918 года. Приказ был подписан Львом Троцким. Бронированный поезд. Состав. Бронепаровоз. Две бронированные платформы. Подвижная база из 6-7 вагонов с паровозом для перевозки технического имущества и боеприпасов. Вооружение. Две 3-дюймовые пушки, 12 пулеметов «Максим», 2 миномета. Численность поездной команды – 136 человек. Широкое боевое применение бронепоездов во время гражданской войны наглядно показало их главную слабость. Бронепоезд являлся большой громоздкой мишенью, уязвимой для артиллерийского, а позднее и воздушного удара. Кроме того, он опасно зависел от железнодорожной линии. Было достаточно разрушить полотно, чтобы состав замер на месте. Условия службы на бронепоездах были довольно суровыми. Во время боя в броневой орудийной башне солдат находился в условиях духоты от паровозного дыма и пороховых газов. Летом было жарко, зимой холодно. Теснота, звон от ударов о броню, пуль и осколков, рядом нередко убитые и раненые. Солдат бронепоезда должен иметь крепкое сложение при небольшом росте, хорошо развитую мышечную систему, нормальный слух и зрение, крепкие нервы и твердость характера. Выдержка из служебной инструкции. РККА, 1922 год. По окончании гражданской войны число бронепоездов было резко сокращено. Красная армия постепенно перевооружалась новыми танками и бронеавтомобилями. В этих условиях некоторые военные теоретики высказались за полную ликвидацию бронепоездов как бесполезного, устаревшего средства вооруженной борьбы. Однако возобладала более умеренная оценка. Сухопутные крепости сохранили свое место в составе бронетанковых и механизированных войск Красной армии. Конструкторы занялись созданием новых и модернизацией старых образцов железнодорожной боевой техники. Строительство новых бронепоездов широко развернулось в годы Великой Отечественной войны. При этом их конструкция и вооружение зачастую были импровизированными. Все зависело от наличия броневой стали, вооружения и технологических возможностей. На железнодорожные составы устанавливались литые и танковые башни, тяжелые гаубицы и дальнобойные пушки. Огневая мощь бронепоездов постоянно усиливалась. Позднее на них появились даже реактивные установки. Бронепоезда активно использовались Красной армией в течение всей войны. Они поддерживали стрелковые части, которые действовали в полосе железной дороги, вели борьбу против вражеской артиллерии, применялись для защиты прибрежных районов. Исключительно важную роль в защите железнодорожных станций от ударов авиации противника сыграли зенитные бронепоезда. Они вооружались целыми батареями малокалиберных зенитных пушек и пулеметов ДШК. В Великую Отечественную войну они доказали, так скажем, свою жизнеспособность и необходимость.
То есть задачи, которые возлагались на бронепоезда, они, по сути дела, выполняли. Но, опять же, та же проблема, которая была в гражданскую войну, обострилась. То есть они явились достаточно большой целью, крупной целью. В том числе не только для артиллерии противника, но и для авиационных средств поражения. Бурное развитие танковых войск и боевой авиации после Второй мировой войны резко снизило значение бронепоездов. 4 февраля 1958 года постановлением Совета министров СССР дальнейшая разработка железнодорожных артиллерийских систем была прекращена. Казалось, история боевого применения бронепоездов закончена. Однако жизнь распорядилась иначе. К примеру, на Дальнем Востоке достаточно сложно было вести какие-то оборонительные операции без применения бронепоездов с применением танков, так как Дальний Восток отличается большой площадью танконедоступной местности. На бронепоезда на Дальнем Востоке возлагались задачи по охране железнодорожных коммуникаций, охране, опять же, крупных железнодорожных объектов, таких как станции и мосты, вот, защита железнодорожных коммуникаций от перерезания их противниками. В конце 60-х годов бронепоезда возродились. Военные вернулись к идее маневренного прикрытия железнодорожных магистралей с помощью бронированных подвижных составов. Многие помнят слова из песни о Каховке. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Эти строки написаны более 70 лет назад. Казалось бы, времена бронированных железнодорожных составов ушли безвозвратно. Но старая песня оказалась пророческой. Сегодня, в 21 веке, бронепоезда продолжают нести свою нелегкую боевую службу.